Ух! У меня чуть сердце не остановилось. Так китайцы встречают Новый год. Неожиданно кидают, куда попало, петарды, и начинаются взрывы. Мы встречаем китайский Новый год по-прежнему. Я нахожусь в Малайзии, в городе Куала-Лумпур, точнее в ее столице. Вот это один из супермаркетов круглосуточных. Довольно хорошие цены. Как правило, внутри работают бангладешцы либо индусы. Мы находимся сейчас в китайском квартале, поэтому вдоль улицы везде висят китайские фонарики. Столица Малайзии – Куала-Лумпур. Нигао. И в этом прекрасном государстве я уже нахожусь 8-й раз. Вот неожиданно решила проехать полиция среди ночи на мотоциклах. Да, кстати, интересное здание. Что-то я раньше не видел. Кусок стены. Это чисто китайская архитектура. Когда на первом этаже магазин, на втором этаже жилые комнаты. Так. И при этом через первый этаж можно пройти. То есть получается такая как будто галерея. Видите? Можно пройти, даже если сильный дождь, можно пройти вдоль дома. Вдоль дома. Это вот такая вот колониальная архитектура, которая здесь осталась. Очень красивая и специфичная. Вот это здание я еще никогда не видел. Здесь довольно много интересных зданий, расписанных современным творчеством. Вот, кстати, тут у нас есть китайская еда. Написано все по-китайски иероглифами. Что тут еще вам показать интересного? Оптика. Еда, фастфуд и многое другое. Как всегда, очень много индусов, пакистанцев, бангладешцев и прочих представителей жарких стран Азии. Вот эти три товарища, возможно, тамилы. Я в соседнем ролике говорил, кто такие тамилы. Продолжаем путешествовать вместе со мной. Друзья мои, не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк и откомментировать хорошими словами. Впереди еще очень много интересного. Мои приключения продолжаются. Кстати, сегодня у меня юбилей. Вот прямо сейчас он уже наступил. Этот долгожданный день. Называется он 4-я годовщина моих странствий. Ровно в этот день, 4 года назад, я начал путешествовать по миру. Именно в этот день, 8 февраля. О, сейчас будет опять.